Всем привет, у нас обновился мистер Мид в Роблоксе, давайте смотреть. У нас должен был появиться второй этаж, и я уже часть его вижу. Стартуем. Так, вот сам разработчик у нас. Цистерна, кстати, мы на цистерне еще не были ни разу. Ну-ка, давайте залезем. А можно переместиться на этот ящик? Бам, никак. Оль Джейн КР здесь даже есть, разработчик Smiling X в Роблоксе. Так. Видите, желтый бриллиант не заходит. Скорее всего, занимается мороженщиком вплотную. У нас уже добавлены некоторые предметы в сарайку. Тачка добавлена. Разрушенный просто инструментальный столик. Ржавый, бочка. Ведра как будто бы без текстур. Надо, конечно, добавлять текстуру, потому что они похожи на фейковые ведра. Так, бежим далее. Ой, смерть, я сижу. Можно обойти сарайку со стороны, да. С шифтом бегать нельзя. Ничего себе, столько подписчиков. Ну-ка, давайте посмотрим. Очень много, нужно ограничить количество. Смотрите, мы просто бегаем среди толпы людей. Ой, они меня перекинули. Смотрите, они просто упали все на плиту. Ну-ка, можно обратно вернуться? Похоже, нет. Тоже ресетаемся тогда. Так, продолжаем. Там у нас, кстати, было стекло развернутое. Смотрите. Оно как будто бы сейчас выпадет. Вау. Да он... А, так его даже скинуть можно. Все, ему конец. Ну-ка, давайте его запнем куда-нибудь. Все, у нас стекло просто выпало. Бежим далее смотреть. Пока что первый этаж дома. Не все из вас, я думаю, его видели. Я думал, ты мистер Мит развалился, а это Оли Джейн Кэр валяется. Смотрите, телек у нас просто разбросанный. Вау, из него экран выпал, антенны выпали. Кнопочки. Ой, мистер Мит. Смотрите, мне подарили шотган. Не, ну это провал. Видите, люди играют, у них просто крылья во весь экран. Такое ощущение, что я просто крылья снимаю. Надо убирать их. Либо крылья убирать, либо подписчиков не всех оставлять. Так, смотрим, что здесь есть. Открываются ли полочки? Не открываются. Часы не идут. Время, видите, у нас остановилось. Полки на кухне не открываются. Здесь, конечно, знатная куча мала. Обманывая мистера Мита. Просто подкинул ему подписчиков. Это у нас инструментальный столик в гараже. Бильярдный стол. Старющая машина из игры Гренни, я бы сказал. Кстати, у стола текстура травы. Жестяра, они меня просто выкинули за пределы карты. Вау! Я в секретной зоне, смотрите. Вот что значит, играем с большим количеством подписчиков. Смотрите, я в тайной области, в которую нельзя попасть. Наконец-таки. У нас в воздухе висит повозка с фермы мистера Мита, пока что без текстур. И какие-то колеса подготовительные. Мы, видите, разглядели с вами интересные вещи. Так, а вот все и пришли. Сейчас придется ресетнуться. Смотрите, ключи подъехали просто. Вау. Кто-то ключей набрасывает. Так, ресет. И бежим далее исследовать дом. Мистер Мит. Ну-ка, можно здесь пролезть? Нет, да почему? Надо это исправлять. Это вообще знатный брак. Ах ты, вот. Еще добавлены кусачки. Ес, у нас кусачки теперь есть, смотрите. Плиерс, кусачки. О, сейчас конец кому-то будет. Ну-ка, заденет ли меня? Можешь столкнуть подписчика? Нет, меня самого столкнули. Выкидываем. Не всегда плюс играть с подписчиками, видите, я только их и снимаю. Вот в чем минус. Надо в основном показывать с разработчиком игры. Все хотят попасть в видео, конечно. Но не настолько же концентрированно лезть в экран-то. Даже зайти в дом не могу. Все, идем далее. В комнату с кандалами. Так, это у нас цепочки, кольца. Ну-ка, можно пролезть? Все еще нет. Давайте с другой стороны попробуем. Вот здесь. Смотрите, как будто бы потихонечку захожу. Еле-еле, но как будто бы захожу. А может спиной? А, нет, я на ком-то оказался. О, смотрите, я нахожусь
за столом. Ух ты, сейчас скорее всего с карты свалюсь. Все равно пройти нельзя. Лопаются, смотрите. Вау, просто исчезают подписчики. Лопнул, прикол. И вот этого с крыльями нужно лопать, потому что он закрывает полностью весь экран. И меня, в принципе, того тоже можно лопнуть. Все. Но по сути уже их стало меньше. Вот и я. Давайте нормально теперь все, бежим. Вот у нас ключ на ферму мистера Мита. Берем его. Нет, все равно набежало очень много людей. Тут надо реально ограничивать количество. Нельзя 10 человек делать. Это я на своих серверах делал по 100 человек. Мы сюда с ключом идем, и у нас открывается дверь. Она пока что сейчас невидимая. Но потом будет, конечно же, видимой. Мы с вами даже не посетили еще второй этаж. Вау. Давайте сходим сейчас как раз таки на второй. И что же там интересненького будет? Это ванная комната без ванны и без туалета. Смотрите, прям реально лопаются подписчики. Здесь у нас какая-то тайная область. Заходим по досочке на сарайку. Ух ты, смотрите. Огроменная щель. Это можно расталкивать. Смотрите, она просто не держится, понятно. Так, а можно попасть на травяной забор? И я попал. Можно, в принципе. Но я, смотрите, аж всю карту оббежал. Но подписчиков стало меньше в игре. Заметно, уже не так лезут в экран. Это уже удобно. Снова идем на второй этаж. Это у нас комната с перевернутым матрасом. В этом комодике обычно у нас код от сейфа, который за зеркалом висит. Вау, смотрите, моя пасхалка. Она вместо фотки в рамочке. Это класс. Ничего себе, спасибо за пасхалку в такой-то игре. Прямо моя пасхалка. Я, получается, сейчас нахожусь на комоде. В этом комоде у нас обычно находился молоток. Но полочки не отодвигаются. Это у нас комната разработчика, из которой мы обычно звоним в полицию, видите? Skeplorcy Games. Кровать. Полки не движутся, да. Идемте в комнату с мясом, которого тоже нет пока. Ладно, скорее всего, потом будет. Так, бежим. Изучать далее. Что мы здесь можем найти? Вот, кстати, та самая область, в которой я был. Вау. Мы здесь не были, не были. Я не в этой области был. Ну-ка, можно все ключи собрать? Да. И набрасываем. Ура. Все выкинул. Сейчас заберемся на стену. Yes. И на травяную стену. Смотрите. Вау. Так я такую превьюшку сделаю. Ну-ка, даже сяду. Что типа того. Обновление второго этажа как раз таки. Так, нам нужно видеть ручки двери. Типа того. Да, подписчиков стало намного меньше. Вот еще классные кадры. Так, а в колодец можно прыгнуть? Бам, yes, я в колодце. Спрятался в колодце, смотрите. А если вверх кидать, они вверх будут лететь? А нет, куда, не пойму, куда летят. Их просто повыкидывал. Так, где мы еще с вами не были? Скорее всего, все оббежали. Мистер Мит. Мистер Термит, смотрите. Все, мне конец, похоже. Нет, не конец. Я его загнал просто на второй этаж. Хитрым способом. Ёкарный вышин. Он сейчас будет опять на первом. Ах ты, задел меня. А в принципе, мистера Мита нужно все равно забирать. На превьюшку. Он наш главный персонаж. Рассыпал всех подписчиков. Экран. Ой. Просто на меня бежал. Ничего себе монстр. На. Шотганом по голове. Это у нас было второе обновление проекта Мистер Мит в Роблоксе. За это отдельное спасибо Skeplorcy. Вот он на ваших экранах с черными крыльями. Всем спасибо за просмотр. Оцените видео лайками. Обязательно комментируйте. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.